Я нахожусь на Троицком марафоне лыжном, 50 километров. Это первый марафон полный для меня. Я уже пробежал первый круг. Поприветствовать вас. Все, успехов всем. Спасибо, Алексей Павлович. У меня планы сегодня покорить 16,7 километров. Так, у кого тренируетесь? Тренируемся у Кованина Дениса. Угу. Так что вот у меня сегодня... Этого паренька мы знаем. 9 тренировок прошло, вот посмотрим, что мне дали 9 тренировок. Но да. Я думаю, все будет нормально. Ну, он какой-нибудь стимул вам дал, что если вы проедете эту дистанцию без остановок, то там 5 бесплатных занятий он вам обещает. Нет, такого не было? Да много прогуливала, поэтому. Ну ладно, удачи вам сегодня. Спасибо. Пока. Че, как настроение? Нормально, отлично. Хорошо. Отлично. Планы из 2 часов, наверное. Да не, что-то много очень. Меня на круг, главное, не надо обгонять. Как ты думаешь, я в этих шинах сегодня нормально буду стартовать, если? Нет, вряд ли. Ты просто употеешь. Не поймут меня? В смысле не поймут? Ты просто сам закипишь. Второй круг сюда, да? Так, вот пункт питания. Покушать дать? Не, спасибо, пока нормально. Вот. Попили чайку. Так, вот тут боксеры стоят. Погоди, успеем. Вот у нас первый круг прошел Троицкого марафона. Все, привет боксерам, я побежал. Все, давай, аккуратненько, удачи. Спасибо. Михаил, добрый день, спасибо вам за такой праздник. Сегодня мы организовываем 26-й Троицкий лыжный марафон, который подразумевает собой дистанции 16,7, 33,4 и 50 километров. По ходу дистанции будет на 8-9 километре пункт питания. У нас там и суп, и чай, и бананы, и мандарины, и огурцы. По награждению главный спонсор Exxon Нефтегаз Limited, который подготовил хорошие призы. Я слышал, сегодня даже будет пит-стоп для переобувания, да, лыж. Это впервые проводится, во-первых, по правилам вида спорта. Это предусмотрено, как минимум 2 раза мы можем менять лыжи на 50 километров. Поэтому все желающие могут подъехать на пит-стоп и заменить лыжи. Ба-бам! Ой, кто там? Здравствуйте! Итак, мы берем интервью, предстартовое волнение у сегодняшней фаворитки на марафоне 50 километров, Львова Наталья. Конечно, жалуется, как обычно, то у нее лыжи нет, то мышцы болят. Но мы-то знаем, что Наталья сегодня как зарядит. Я желаю всем не торопиться. Главное в марафоне – это не торопиться, не спешить. Вот. Тише едешь, дальше будешь. Поэтому идем, наслаждаемся. Подождете меня на пункте питания? Может, чайку вместе бахнем? Да, чокнемся как раз, пожелаем друг другу. На брудершафт. Да. Наталья, я решил сегодня бежать в этих штанах, как вы считаете? Это хорошая идея? Не очень. Не очень.